здесь домами деревни Татьяны. Вот школа. Школ. Школ, гу-гу, мотор. Смотри, смотри, мама, сколько много детей. Дети Ючаблок. Они учатся в этой школе. А вот и мама Татьяны идет в школу. А что она там делает? Учит Тунукта детей. Она учительница. Тунуктышо. Тунуктышо школа, что Тунукта. А этот большой дом? Тиде кугу перт. Эмламбер. Больница. А там лечат людей? И лечит врач? Да, да, мама, врач. Эмлазе лечит эмла. Эмлазе эмламбершта эмла. Лучик, смотри. Посмотри, какой красивый дом. Тиде перт. Это дом, магазин. Кевот. А там работает продавец? Да, продавец. Кевочи. Кевочи ужала. Продает. Кевочи, кевоты, что ужала. Лучик, лучик. Слышишь, какая красивая песня звучит. Кто же это поет? Не только поет, но и рисует. Все вокруг озолочу. Этот листик будет красным, этот листик станет желтым, ты останешься зеленым. Этот листик будет красным, этот листик станет желтым, ты останешься зеленым. Все зацвело, вот и все. Золотом все зацвело. Эй, салам, салам, Лиже, кузелимен. Майенлимем ша. Шоже, подожди! Юкечи, куда так спешишь? Тол, толтышки! Салам, салам, Лиже Татьяна! Я хотел познакомиться с Шоже, а она не дождалась меня. Не обижайся, Юкечи, на Шоже. Осень, у нее очень много работы. Деревья и травки одеть в осенний наряд. Проследить, чтобы птицы улетели в теплые края. Дождик вовремя прошел. На полях и в огороде убрали урожай. Так, 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 Татьяна. Осень по-марийски звучит шоже? Да, Юкечи, осень по-марийски скажем шоже. Смотри, Юкечи, как красиво летят с деревьев листья. О, это осень. Шоже делает. Да. Только осенью опадают листья с деревьев. Посмотри, посмотри, какой красивый листопад устроила Шоже. Ага, осень пришла, листопад, листья опадают. Да, Юкечи, Шоже Толан, осень пришла, лошташ вилеш, листья опадают. Шоже, Шоже Толан! Лошташ вилеш, листья опадают, и все кругом так красиво. Смотри, смотри, Татьяна, какой красивый лист ко мне прилетел, весь желтый. Лист по-марийски скажем лошташ, а желтый наранче. Лист лошташ, желтый наранче.
Ты дала штаж наранчи. Молодец, Юкечи, все правильно сказал. Посмотри, посмотри, Юкечи, ко мне летит красный лист. Ух, и поймала. А красный по-марийски скажем йошкарге. Ага, красный йошкарге. Ты дала штаж йошкарге. А листок зеленый ужарге. Ты дала штаж ужарге. Зеленый ужарге. Ты дала штаж ужарге. Молодец, молодец, Юкечи. Все правильно. Юкечи, а давай твоей маме соберем букет из осенних листьев. Давай, давай соберем. Маме будет приятно. Иглышташ на рыче, коклышташ ужарге, комлышташ йошкарге, да еще ужарге. На рыче ужарге, на рыче йошкарге, лышташаш аршашна, лие серале. Какой красивый букет получился! Я полечу к маме и подарю букет. Подари, Юкечи, подари маме букет, порадуй ее. Чеверон! Чеверон, Тачана! Чеверон, Чеверон, Юкечи! Мама! Мама! Я тебе принес букет! Смотри, какой он красивый! Правда, Юкечи? Прекрасный букет! Спасибо тебе! Букет мы с Тачаной собрали из осенних листьев. Вот этот листок, лышташ, желтый, наранче. А этот листок совсем красный. Йошкарге! Ты да лышташ йошкарге. А этот, Юкечи, зеленый. Ужарге! Лышташ ужарге. И получился красивый букет! Спасибо тебе, Лучик. Мама, а ты посмотри на землю. Смотри, как красиво. Это осень. Шажа постаралась. На землю пришла осень. Шажа талан. Лышташ вилыш. Листья опадают. Очень красиво. Красивая осень на земле. А тебе, Лучик, пора отдыхать. Завтра новый день, новые дела. Да, мама. Пора, пора. До завтра. Чеверон. А, Чеверон.